И всем море приветов, дорогие друзья, подписчики, гости канала и желающие посмотреть что-нибудь про Бэтмена. Я Нептун, и это канал Нептун и Геймстаф. Сегодня мы начинаем прохождение игры Batman Arkham Origins. По вашим, конечно же, просьбам. В частности, по просьбе нашего редактора Влада. Не так ли, Влад? Я уже знаю, что ты потираешь ладошки. Я уверен, что ты улыбаешься. И это реально круто, поскольку мои видео и должны приносить вам позитив и улыбки, а также хорошее настроение. Поэтому давайте начинаем. Значит, это мое сохранение. Оно, как вы видите, еще не начато. Да, сюжет не начат. Поехали. Продолжить. Опа, мне костюмчик здесь. Пытаются, значит, сбагрить какой-то. Ну, мы, наверное, забьем. Напомнить потом. Итак, Arkham Origins — это третья по счету игра про Бэтмена в серии, но первая по сюжету. То есть это предыстория всех основных событий игры. Именно здесь мы, по идее, должны будем узнать, как же Бэтмен поймал Джокера и сбагрил его в психушку Arkham Asylum, то есть в местную психушку всех злодеев Бэтмена. Вот такие вот дела. Давайте сюжет. Новая игра. Значит, нормальная сложность, окей, субтитры я включил. Подсказочки, ну пусть будут. Начать. Сразу скажу, что, скорее всего, я не буду переводить, точнее, озвучивать диалоги. Я врубил субтитры, ребята, учимся читать. Ух ты, какая летучая мышка. Да, вперед, дети мои. Дети ночи. Ну, это, судя по всему, Брюс Уэйн. Еще молодой. Да, я сама брутальность. Оставишь мне индейку, Альфред. Я как-нибудь потом, после задания, приду и перекушу. А пока у меня дело. Важное дело. Черная маска. Явно заигрался. Так, ну давайте обучаться управлению. Так, тап, посмотреть досье. Значит, черная маска. Роман Сионис, босс преступного мира, Готэм, цвет глаз карие, цвет волос каштановые. Понятно, в общем, да? Так, что еще можно здесь выбрать? Выбрать ничего, да? Ладно, понятно. Это, видимо, наш клиент. Это можно прочитать про себя, про себя настоящего и про Альфреда. Угу. Так, хорошо. Досье, рапорт... Разведка, ага. Ладно. Все, в общем, это дело мы выясним в процессе, да? Так, пробел это бежать. Так, о, вот это самое главное, да, махач. Так, хорошо. Бэткоготь.
Ну-ка. Ну, не знаю. Ну, давайте вот так. А ни хрена, да? Да. Хорошо, я понял. Так, трупешник. Присесть. Возможно, это моя первая добыча. Охренеть. Я сама ночь. Ку-ку, мазафака. Ага, блок. На правую кнопку мышки, понятно. Хопа, мягкой посадки, ублюдок. Ты что делаешь, чувак? Я тебе жизнь вообще-то приберег. А, ну да. Это же самое начало. Значит, кто-то из его людей знает, где черная маска. Найдите комиссара Лоуда. А, Лоуба. Что это такое? Значит, Джиллиан Лоуб, комиссар готэмской полиции. Готэм, глаза карие, волосы седые. Ну да, это видимо. Да, это комиссар, и в общем, после него, по сюжету, вернее, по комиксам, должен прийти вроде бы Гордон. Наш самый такой каноничный комиссар. Очень правильный, очень честный и неподкупный. Еще вроде бы это самое начало. То есть, по идее, здесь даже полицейские не знают, кто такой Бэтмен. Я для них загадка, миф, не существующий в реальности. Ха-ха-ха, посмотрите, как они удивлены. Да это я, мазафака, выходите. Один на один. Хорошо. Куда топать? Режим исследователя не работает. Хорошо. А, да ёлки-палки. Вот же здесь есть проходик. Так. Вот они. Ну что? Рисковый парень, чувак. Опа. Да, да. Опа, нихера себе. Эй, какого хрена? Он открыл ворота, да? Ладно. Так, так, так. Да, да. Почему контрудар не поработал? Несправедливость. Так, опа. Видимо, нужно в какой-то момент определенный нажимать этот контрудар. Лови челюсти. Не потеряй, мазафака. Ну-ка, давайте контрудар потренируем. Опа. Ага. Все, сдаешься? Ты что делаешь? Пантомима? Давай допросим тебя. Smart move. Now you get to take a nap. Спокойной ночи, ублюдок. Значит, он идет на место казни, да? Хорошо. Опа. Кто же управляет дроидами? Здорово, дай пятюньку. Опа. Вот это новости. Да, да, да. Да. Вот это неплохо. Ни одного урона не допустил. Свой адрес. Опа, опа. Это, видимо, какое-то добивание, да? Я так полагаю. Все?
летучие мыши как свидетельство моей расправы. Ага, понял намек? Так, замечательно. Значит, крюк, он здесь подсвечен, да? То есть мне не нужно искать здесь какую-то точку, где-то там. В общем, она будет всегда подсвечена, и это, наверное, хорошо. Эй, охрана, иди сюда. Где черная маска? Да ладно, это Крок. Это Крок, твою мать! Зашибись. Да расслабься, чувак, я за вас вроде бы, да? Вы же охранники. Оглушить, да? Добиванием, так. А как... Ага. Подожди. Все, понял. Видали это дело? Вот это скорость. Добивание, значит, это колесико, да? Удар плащом. Недурно. Внимай, я Бэтмен. Я сама ночь. Так. Черная маска, иди сюда, поговорить надо. Так, детективное зрение. Ага, видимо, все активные... точки на карте подсвечены. Нечто подобное было в Tomb Raider. Да? Батаранг. Так. И... А, кнопка. Скользить на бегу. Ну-ка. Так, подожди. Опа. Сюрприз, мадафака. Неожиданно, да? Да, да. Глушим ублюдков. Да. Хопа. Хопа, мазафака. Не ожидал. Они реально не ожидают удара со спины локтем. Да. Да, летите, летучие мышки. Расскажите всем. Хорошо. Что мы здесь имеем? Накурено-то, фу. Так, заперто. Угу, понятно. Так, а ручками мы уже не можем, да? Воспользоваться только батарангом. Ну да, конечно, а зачем Бэтмену марать руки о какие-то там человеческие кнопки? Гель. Угу. Да, вот такое было в Arkham Asylum. Теперь вроде бы убежать надо, да? Или батарангом? А, детонатор. Все. К слову сказать, друзья, я проходил первую часть в далеком, по-моему, 2009 году Arkham Asylum, так что я какие-то вещи, какие-то основы я знаю. Но все равно играть в новую часть Бэтмена всегда приятно. А, да Крок, за него! Ага. Не просто так камера взяла ракурс на эту шахту, да? Давай, давай, напрягись. Нихера себе у Бэтмена силища, да? Болты нахер сорвал. Зашибись. Так, тихо, тихо, тихо. Вот реально я сама ночь. Я настоящий Бэтмен. Они не ожидают появления рыцаря ночи. Так. Вроде бы здесь можно было как-то напасть неожиданно. Или нет? Ну-ка, а допустим... Нельзя, да, метнуть? Ладно. Ну что ж, поехали. Опа! Да, 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 мазафака! Решающий комбо-удар. Только что использовал. Эй, брось это дело, брось. Маленький еще. Да.
Получай, в позагривку. На! Хорошо. Так, я могу это дело брать? Видимо, нет. Ну да, действительно, зачем Бэтмену опускаться до их уровня? У меня же есть руки и ноги. А это что? Календарики какие-то. Чё это? Вижу шахту. Бэткоготь, что это такое? А, все. Я помню, да. Ага. Помню такое дело. Очень полезная вещь, кстати. А здесь, по-моему, гильда. Так. Так, подальше. Мало ли еще. Взорвусь нечаянно. Опа! Вот это нежданчик. Так, допросить. Эй. Да он умер. Жалко. А я хотел допросить. Место казни. А где у нас место казни, а? Нажать два раза быстрый батаранг. Да? Так. Так он одинаково летит. Что за фигня-то? Бросьте несколько батарангов друг за другом. Ну так. Ну, что не так-то? Два раза нажимаю же. Так. Да как? Я нажимаю два раза. Что вам еще надо? Бред какой-то. Так. А! На однерку нажать. Два раза, не на кнопку мышки. Ну хоть бы так и написали, а то не очевидно. Ага, уже вижу кое-что. Так. Ой, напряжемся. Да. Черная маска меня явно заждался. Да? Бро. Так. Фу, Путинка! Путинка! Гадость. Вот Бэтмен, наверное, потом запарится свой костюм чистить. А, так они кого-то казнить хотят. Джулиана. А, этого же комиссара, да? Надо его спасти. Как можно быстрее. Так. Да стекло так просто не сломать. Нет, какого хрена? А, это зеркало. Это одностороннее стекло. Чувак, мне надо его спасти, я успею или нет? Что? А, значит, а кого там досье? Ну-ка. А где досье-то? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. А, вот. Досье, видимо, кто-то новый появился. Это обычный плохой парень. А, вот девушка. Ну, это вроде бы репортер, да? Черная маска. Этих мы знаем. Понятно. Давайте двойной прыжок. Вот. Ну, конечно, он, блин, умер. В то время, когда я должен был его спасти, я начал изучать досье. Это не круто было. Так. Да! Давай, руки ломай, руки, ноги! Да, и тазобедренный сустав заодно. Да. Охренеть. Им явно нужна будет пластика. По части носов и челюстей. Да.
Давай, ну об стену давай, губошку об стену, давай нахер. Ах ты ублюдок. Ладно, а мы вот так сделаем. А мы вот так умеем. Нихера себе, что я умею, ладно, плевать. Решающий удар. Апперкот, прямо в челюсть. Да, неплохо. Значит, все. Извини, приятель, я тебя не смог спасти. Но твоя смерть по-любому не будет напрасной. Я отомщу за тебя и за всех остальных. Я убью. Нет, Бэтмен же никого не убивает. Я посажу эту черную маску в Аркхэм Азайлум. И тогда он почувствует на себе весь гнев местных психов. Так, ну еще чего не хватало? Обвала, что ли? Не надо мне обвала. О, карточка памяти. Зашибись, на фотик поставлю. Буду собачек и кошечек фоткать. Так, ну да. Но до пещеры далеко, так что давайте пока наверх. Ага. Так. Они смываются, твою мать, на вертолете. Бэтмен, давай, давай сюда. Блин, крючком подцепи на вертолет. Как это обычно в фильмах и в мультиках бывает. Почуял, значит, да? Что-то он почуял. Типа, улетайте. Я задержусь. Ха-ха! Да, ты вонючий ублюдок! Так, ну... Крок-убийца! А, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Так, зашибись, добивание надо сделать, да? Да-д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 а
будем знать. Ну что еще? Подмога? А, батарангом. Да куда ты туда, Полит? В него! Ха-ха, да! Эпиченько. Так, так. Опа! Не получится тебя меня загасить. Я только эту мышкару надоедливую забодаю. Опа, как бы меня не забодали. Опа. Да уйди ты, блять, ублюдок проклятый. Не мешай. Тут взрослые дяди разборки устроили. А вы тут лезете. Давай, давай, давай. Опа. Да, 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 да. Грудная клетка. Четкое попадание. Опа, это уже было нечетко. Фу, какая вонючая пасть. Давай. Бэтмен, удирай. Да. А, получил в челюсть лбом-то, а? Опа. Так, хорошо. Еще подмога. Батаранги в бой. Получил. Ну, сдохни уже. Вау, когда-то была печалька. Да, да, да. Нет, не получилось завести серию ударов, да? Это мошкара мешает. Да, Бэтмен, беги, ёпта. О, сейчас плохо будет. Чё ты ржёшь? Тебе весело, блин? А теперь чё? Чё не ржёшь-то? Уже не очень весело, а? Крок-киллер. Давай, сбегай. Какая слюнявая зубастая пасть. Фу. Фу, блин, костюм стерять придется. Определенно. Опа, получилось удрать. Неужели?
Так, я знаю, что делать. Ха-ха! Получилось! На! Финальный удар. А хрен там. С вами пойдет Крок, а не я. О, Гордон, да? Еще молодой. А, собственно, теперь понятно, почему Крок был в Архем Азайлум уже... Уже заключенным. Вот и все. Все встало на свои места. То есть, видимо, все злодеи, которые были уже заключены в Архем Азайлум, здесь я буду их только ловить. Вот вам и предыстория. Are you back for the night, sir? Shall I warm up Christmas dinner? No. It's going to be a long night, Alfred. I just ran into a human-shaped crocodile. He told me Black Mask has hired assassins to kill me. Так, понятно. Значит, Крок, киллер, да? Ху-ху-ху-ху-ху. Ладно, друзья, давайте, наверное, здесь мы поставим паузу. Это была первая пробная серия. Пещера Бэтмена. Надеюсь, оно вам понравилось. И мы вместе с вами затащим эту игру. Поэтому, друзья, обязательно наградите это видео лайком, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Все вместе нам будет смотреть и проходить игры только веселее. Всем пока, друзья. До новых встреч.